Свердловской психиатрической больнице картину пациента решили продать ни много ни мало за $1 000 000. Объявление разместило руководство клиники. Там считают, что созданное их больным полотно можно сравнить с работами Ван Гога и Кандинского. На картине изображены лес и река. В ней очень много воздуха, свежести и пространства, так что запросто может соперничать это полотно с творениями великих художников, считают вот специалисты из больницы. Картины других пациентов тоже продают, тоже недешево. Для многих это единственная возможность заработать. Единственный вопрос, какая часть вообще от денег заработанных уходит все-таки пациентам. Занятие творчеством в клинике привычная практика, именно с помощью арт-терапии там помогают даже самым тяжелым больным. О том, что такие картины могут стать очень популярны, говорят, собственно, и настоящие эксперты. Работы хорошие, как в принципе и большинство, огромное большинство творений людей с психическими отклонениями. Точно так же, как детские работы. Это свежесть взгляда, это интересная всегда перспектива. Это какие-то странные нарушения пропорций. Очень интересные вещи.